Я заправил машину керосином. Посмотрите, огонь идет из мотора. Воу, давайте, ох, вот это да, хоть бы машина не загорелась. Ребята, посмотрите, как она гонит. Вот это настоящая мощь. Это... А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья! Круто, все круто! Вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, ребятки. И сегодня мы будем продолжать играть, ребятки, в Hot Wheels. Дорогие друзья, посмотрите, какие у нас здесь крутые автомобили. Вы только посмотрите, сколько мы открыли крутых тачек. Вот какая мощь. Посмотрите, что у нее из мотора торчит. Мы обязательно на ней проедемся. Ну, давайте начнем с первой. Так, давайте, наверное, ее сразу затюнингуем по полной программе. И потом, собственно, перейдем к осмотру, ребятки, дорог. У этой тоже, кстати, трубы, ребята, из двигателя идут в машину. Посмотрите, прикольно, да? А где же там мне место? Ну что ж, поехали! Ого, ребята, посмотрите на старте, какая меня ждет штука. Воу, ребята, ох, вот это был старт. Вот это, о-хо-хо-хо. Вот это круто. Вы только посмотрите, ребятки, как этот автомобиль. Воу, что это? Ой-ой-ой-ой-ой, что это такое? Ой-ой-ой. Да как так-то, а? Что же это творится? В первый же уровень меня, ребятки, уничтожили. Я не думал, что я... Так вот погибну. Так, поехали, поехали. Давай, газуй, малыш. Так, тут не спеши. Не спеши. Давай. Бабам. Бабам. Воу, сальто. Отлично. Круто, круто. Так, 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 так. Давай теперь-ка вот с горы съедем с этой. Воу, прыжок и сальтуху. Давай сальтуху. Отлично. Вот это я понимаю, мустанг у меня дает мощь, сила, так сказать. Так, поехали. Давай, 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 давай. Еще совсем осталось, я так думаю, немножко. Так, что это такое? Это какие-то лифты. Это кран какой-то, ребята. Так, мы ждем, пока нас, ребятки, на кране кран опустит. Поехали. Так, что это? Ой, тихо, тихо. Здесь надо ждать, пока кран нас поднимет. Газу, ой-ой-ой. Ох, вот это, ребятки, трасса. Воу, довольно-таки опасный спуск. Что это? Что это такое-то? Я не понял, что это, ребята. Ой-ой-ой. Так, вот это может порваться. Так что давайте вот так вот сделаем быстренько. Потому что в прошлый раз, когда я, по-моему, ехал, я не помню, на чем ехал, она порвалась, ребятки. Этот мост подвесной, он попросту, ребятки, порвался. Так, ну что ж, отличненько, дорогие друзья. И мы с вами сейчас продолжим нашу игрушку. Прокатимся, так сказать. И поедем посмотрим, что у нас здесь. Так, ребятки, ну что ж, давайте возьмем другую точилу. Посмотрим, на что она, ребяточки, способна. Давайте затюнингуем ее по максимуму. Ух, такая машина, ребятки, будущего. Такая золотая. Так, ну что ж, ребята, поехали. Так, берем гонка и погнали проходить дальше нашу замечательную игрушку. Ребята, у нас золотой автомобиль. А ну, золотая тачка, покажи, на что ты способна. Ну, я вам хочу сказать, так себе. Так себе, не особо она меня впечатлила. Честно вам сказать, ребятки. Не особо. Тихо-тихо, здесь кран меня опускает. Погнал, погнал, погнал. Ну... Ой-ой-ой-ой, меня прижало краном, надо было тормозить. Ребятки, эта машинка не особо меня впечатлила, потому что именно этот автомобиль, ребятки, я вам говорил про него раньше, что именно этот автомобиль, ребятки, только и того, что сделан из золота. Двигатель у него не особо такой прям супер-пупер, я вам скажу, сильный, да, но, конечно, не такой, как у других. Даже мустанг был посильнее. Да что ж такое, тормозов, ребятки, тормоза отказали. Давайте еще раз. Надеюсь, сейчас у меня тормоза есть-то. Давай, 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 малыш. Тормози. О, отлично. Теперь у меня есть, ребятки, тормоза. В прошлый раз почему-то они, ребят, не сработали.
Так, тормози. Отлично. Все, поехали наверх. Воу, что это? Что это? Что это дует? Ребятки, там дует ветер, и меня не пускал он. Но мы все равно проехали, так как у нас, ребятки, не простой автомобиль, а золотой. Так. А что это такое? Воу, ого! Вы видели, какая извилина была? И она такую извилину, ребят, еще не попадал. Честно вам признаюсь, еще не попадал. А что же делать? Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо. Будь бдителен и внимателен, пожалуйста. Ребята, посмотрите, какой длинный мост. Только не это! Вау! А что же делать? Мне тогда надо, наверное, притормозить, слегка на него выехать и поехать с бешеной скоростью. Получается так. Мы не знали, теперь будем знать и с легкостью пройдем сейчас этот уровень, ребят. Так, тормозим. Выжимаем тормоза на полную. Отлично. Газуем. Бум-бум-бум-бум-бум. Так, едем, едем, тормозим, тормозим, тормозим. Чуть не прижало меня. Да что ж такое опять. Газу, ой-ой-ой. Газуй, давай, давай, малышка. Отлично, отлично, ребята. Просто супер, просто классно. Так, ну что ж, ребят, мы на половине пути. Сейчас мы будем пробовать нашу, так сказать. Ой, тихо, тормози. Сейчас будет мост. Стой, стой, стой. Так, где наш мост? Так, тихо, едем. Едем аккуратненько. Вот он. А, нет, ребята, мне надо... Аккуратненько тоже не получается ехать. Надо ехать, ребятки, на всей скорости. Ну что ж, может, возьмем, ребятки, другую машинку. Может, она сможет, ребятки, проскочить через это. А здесь у нас, ребяточки, тоже довольно такая мощная автомобиль. Заделан он под спортивный автомобиль. Но видно, что автомобиль довольно-таки, ребятки, старенький. Но ничего. Тем лучше, ребятки, для нас. Самое главное, чтобы он проехал. О, вот это я понимаю. Посмотрите, как рванул. Вот на нем, ребятки, мы с вами и пройдем. Да что ж такое, а? Видите? Надо быть более внимательным, потому что он взрывается при любом касании задком. Он сразу взрывается с земли. Так, аккуратно. Бум. И тормоза. Ох, отличные тормоза. Вот это автомобиль. Золотая тачка вообще мне, ребятки, не понравилась. У нее управления нет, скорости нет, тормозов нет. Практически ничего нет. Так, отлично. Поехали. Тихо, тихо. Да как так я мог упасть-то? Машина, ребятки, насколько резвая, что я просто, получается, падаю. Давай, газуй, газуй, газуй. Ох. Ребят, классно. Давай, газу, газу. Стой, стой, стой. Стой. Газу. Ох, 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 вот это мощь. Ребята, вы только посмотрите на мою машину. Она так и рвется в воздух. Если, мне кажется, ребят, если я ей прикреплю крылья, она просто, ребятки, улетит с этими крыльями. Реально. Воу. Тихо, тихо, тихо. Стой, стой. Стой, сейчас там будет этот. Так, теперь берем разгон. Воу, газу, газу, газу. Отлично, ребята. Ха-ха. И мы с вами проехали этот злой мост на мощном автомобиле. Потому что в прошлый раз тот автомобиль нам этого не давал сделать. Воу, сальтуху. Отличненько, ребятки, финиш. Вы видели, как мы эпически улетели? Классно, вау, круто, ребятки. У нас 23 уровень открылся. Это просто замечательно. Я так считаю, и давайте возьмем новую точилу, ребятки. Ого, ребятки, посмотрите, она похожа на Nissan 350Z в новом поколении, или же даже на Range Rover Sport. Этот автомобиль довольно-таки крутой. The Muscle называется. Так, и погнали на нем прокатимся и посмотрим, на что он способен. Гонка пошла. Ух, ребята, что это такое-то? Что это было? А мне сверху надо стоять, что ли? Воу. Наверное, да, давайте. Что это было, реально непонятно.
что мне делать с этими? Давайте переиграем, ребят, реально не пойму. Так, подождите, ребятки, что это такое? А как же его убрать с дороги? Кто, ребята, сталкивался с таким, отпишите. Как же мне с дороги убрать? А, все. Все, отлично. Вот. Да-а-а-а-а-а. Все, ребята, мы практически убежали. И все, теперь я понял, как его убирать с дороги. Можно затолкать, ребятки, его. Он сейчас съедет, а мы сами. О, погоним, баба. Так, за мной здесь приехали. Отлично. О, тихо, тихо, малыш. Вот это да, что ж творится-то? Вы только посмотрите, насколько у меня мощный Nissan этот. Давай, 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 давай. Круто. Газу. Воу, ребята, Nissan 350Z. Посмотрите, как он гонит. Ж. Воу, круто. Воу, гонит с выхлопной трубы, как всегда. Ух, вот это точило. Вот это мне нравится. Вот это настоящий форсаж, ребятки. Поехали! Так, тихонечко, тихонечко. Ой-ой-ой-ой! Так, я и знал, что что-нибудь сейчас, ребяточки, пойдет не так. Так, закатываем трейлер туда. Пускай едет себе. А мы сами газуем. Тормози, тормози, Юра. Тихо, а то сейчас нас передавит. Давай, заезжай. Отличненько, ждем. Газ в пол. Жух, ох, аж взлетело, ребят. Давай, 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 давай. Воу, сальто. Молодец, молодец. Так, едем дальше, давайте дальше. Ох, 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 ох. Я что понимаю, что ты автомобиль гоночный, рвешься всегда вперед, но я же хочу... Ребятки, а что я, в чем я в прошлый раз, ребятки, процейкался, на чем? Ага, вот. Вот здесь вот, надо быть более аккуратно. Вот так вот. Воу! Вот это да, вот это Ниссанчик, ребятки, вы видели? Ниссанчик может, да-да-да. Газу, 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 ты же мощь! Ты же автомобиль просто сказка. Автомобиль легенда. Один из самых доступных гоночных автомобилей в мире. Давай, заткуем, заткуем, заткуем. Аккуратно, аккуратно, газу. А чё я взорвался-то? Что это было, ребята? Это какая-то ошибка была, реально. Ребятки, вот сундук для меня какой-то. Ага, здесь я получил, короче, за скорость какие-то медали. В общем, неважно. Поехали дальше. Давай, давай, все, трейлер уехал. Газу! Воу! Погнал, отлично. Стоп, 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 тормози. Тормози, сейчас приедет лифт. Кран, отлично, давай. Все, поехали. Газу! Воу! Отлично, отлично, машина мощь. Вперед, вперед, к успехам. Супер, супер, купер. Вот это Ниссанчик дает, вот это мне нравится. Давай, 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 малыш. Ой-ой, видели, как я врезался? Ребят, ни в коем случае такого не допускайте у себя, потому что в любое время можно попасться. О-о-о-о, прыжок, ох. Отлично, давай, машинка, давай, родная, давай, милая. Поехала, тихо, 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 давай, тихо, тихо. Ну что ты, как конь? Давай, газу, газу, давай, ох, ох, пошел, пошел. Отлично. Ребятки, довольно прикольная такая игра Hot Wheels. Меня подписчики, вы еще просили очень давно, чтобы я в нее поиграл. Но все как-то, ребятки, не было времени. То одно, то другое, то я играл в другие игры, ребятки, то еще что-то. Это у нас... Довольно-таки в последнее время получается много как-то так поиграть. Воу! Опять, ребята, я допустил ошибочку на том же самом месте. Но сейчас мы уже, ребятки, с вами доедем и не допустим такого. Давай, 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 газу пошел. В действительности все будет круто на самом деле. Сразу же перевернулся, вы видели? Не успел даже отъехать, ребятки, от старта. И сразу же упал. О, дождь пошел, ребята, только посмотрите. Пошел дождь, ну и что, ребятки, нам дождь не помеха, ведь у нас, ребятки, не кабриолет, у нас же с вами нормальный автомобиль. Назад быстро придавить лифт, а теперь вперед, а теперь тормози.
Нажимай на кнопку. Поехали. Воу, круто. Погнали, догоняй своего соперника. Давай, давай, давай. Вах, сальтуха. Это круто, конечно. Ой. Так, тихо, тихо. Давай, 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 малыш. Так, подождите секунду, ребят. Я хочу... Ох, да. Вот что я хочу. Тихо, тихо. Воу, прыжок. Газу. Поехал, ох. Поехал, поехал, ниссанчик мой. Любимый. Давай, 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 давай. Газуй, газуй, газуй. Так, стой, 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 стой. Да как так? Мне, ребята, получается, вообще нельзя дотрагиваться задницей никуда. Там, получается, настолько короткие линии, что если я дотрагиваюсь хоть немножко, я сразу же становлюсь непонятно кем. Давай, 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 я знаю, ты сможешь. Перелетаем это. Но сальто здесь уже не обязательно нам крутить. Так, 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 так. Подождите, подождите, подождите. А как же мне там? Мне там тогда, ребятки, надо сбросить скорость будет. И уделить внимание тому, насколько мой автомобиль вообще мощный. Да что ж такое? Даже с задницей не могу никуда притронуться. Постоянно взрываюсь. Так, сюда давай становись. Давай. Тормози, тормози, тормози. Да что ж такое-то? Ребят, что ж такое-то? Я зациклился реально на одном уровне и не могу пройти. Может, это автомобиль такой невезучий? Нет, вроде бы все должно быть круто. Он наоборот такая точила. Вот только гляньте. Ох, одна мощь. Да что ж такое, а? Или это просто я такой гонщик, наверное, плохой, ребятки. Или я не знаю. Ох. Давай, 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 малыш. Я уверен, что ты сможешь обязательно выиграть этот заезд. Так, тихо, тихо. Давай, пошел. Ох. Вот так вот, вот так вот. Так, все, теперь надо аккуратнее, ребятки. Я так понял, у нас сзади, ребятки, баг с бензином. Потому что, реально, как только мы задницей дотрагиваемся какой-то стенки, нас сразу же, ребятки, разрывает. И у нас взрывается автомобиль. А это нам, ребятки, не надо. Так, тормози. Газуй. Газуй. Тормози, газуй. Газуй. Так, тихо. Тормози, газуй! Да что ж такое, ребята? Ты прям, я не могу, я не знаю, реально, ну как же мне еще пройти? Давайте вот этот автомобиль, ребятки, возьмем самый мощный и попробуем на нем пройти этот уровень. Попробуем, насколько, ребятки, он возможен. Ребятки, ну вы просто посмотрите, какая это тачка. Это просто, ребятки, тачка крутейшая. Вы просто гляньте на это просто же классно, не правда ли? Это просто супер, я считаю. Так, 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 ну что ж, поехали. Ух, ребята, у меня огонь. Во-во-во-во-во, куда ж ты, что ж ты будешь делать, а? Бабах. Ребятки, я разлетелся в разные стороны. Так, погнали. Ох, давай, давай, газу, газу, газу. Ой-ой-ой. Воу. Давай, давай, малыш, тихо, тихо. Ребятки, вот эта тачка, вот это вы даже не представляете, как она гонит. Она настолько мощная. Она старая, ребятки, и в ней двигатель просто бомба. Вы только посмотрите, я заправил машину керосином. Посмотрите, огонь идет из мотора. Воу, давайте, ох, вот это да, хоть бы машина не загорелась. Ребята, посмотрите, как она гонит. Вот это настоящая мощь, это просто супер. Так, тихо-тихо. Осталось нам совсем, ребятки, немножко. Так, куда-куда-куда мы попадаем? Так, сейчас нам сюда. А, вот.
Воу, ух, ребяточки, ой-ой-ой, вот это да. Машина на керосине, ребята, едет как самолет. Ребята, у меня самолет... Этот. Ребята, у меня двигатель от самолета. Вы только посмотрите на мой автомобиль. Как он гонит. Ох, вот это вот мощь. Вот это вот настоящая, ребяточки, мощь. Вы хотели мощи? Получайте. Так, ну что ж, заткуем. Заткуем, 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 передкуем, передкуем. Передкуем еще, заткуем еще, передкуем. Ох, ребятки, круто. Вот мощный автомобиль. Видите, ребятки, все-таки вот есть разница между Nissan и этим. Это настоящая мощь американская. Ух, отличненько, дорогие друзья. И мы с вами прошли этот уровень. И это просто круто, ребяточки. А я вам, ребятки, хочу сказать, что этот выпуск на канале Вечное Детство подошел к концу. С вами, ребяточки, был, как всегда, Юра. Ребята, если вы еще не подписались каким-то образом на мой канал, обязательно это сделайте. Круто, круто, все круто. Комментируйте, ребятки, ставьте колокольцы. Пока-пока.